По Владимирской области ударила новая волна снегопадов. За прошедшую ночь осадков выпало с избытком, спровоцировав новые аварии. К ДТП также приводит и гололедица на дорогах. По данным ГИБДД, за сутки в городе произошло 9 аварий с участием двух большегрузов. К счастью, никто не пострадал. Утром 16 декабря из-за столкновения машин федеральную трассу у въезда во Владимире со стороны Москвы полностью парализовало. Пробка растянулась от Ленты до Юрьевца. Позднее днем произошло еще одно ДТП у детской больницы. Столкнулись три легковушки. Как сообщили в дорожной полиции, Nissan выехал на красный свет и столкнулся с Subaru. От удара виновника ДТП отбросило в еще одну иномарку. Снегопады на этом не прекратятся. В ночь на субботу ожидается новая снежная волна. Во Владимирском гидромедцентре поясняют, что на погоду повлиял циклон. Ночью 17 декабря его гребень зацепит 33-й регион и начнется обильное выпадение осадков. Снег ожидаем сильный, что означает от 6 до 19 миллиметров за 12 часов количество выпавшего снега будет. Температура воздуха начнет повышаться и днем завтра составит минус 2, минус 7 градусов. Отрицательный, но небольшой мороз сохранится. И снег будет идти фактически завтра в течение всего дня. Утром 17 декабря на регион выйдет теплый фронт. Температура опустится до 7 градусов мороза. С субботы на воскресенье снегопад усилится, а порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Ночью и днем 18 декабря температура воздуха не опустится ниже 3 градусов мороза. Уже в понедельник влияние фронта ослабнет. Погода будет облачной с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег, добавляют в гидромедцентре. Синоптики обещают спад выпадения осадков со вторника следующей недели. Также температура воздуха поднимется до плюсовых показателей.